Этот способ хорош тем, что позволяет сбросить вес, не соблюдая особенно никаких диет, то есть не меняя свои обычные привычки в питании. Для этого просто-напросто каждый вечер вместо ужина вы делаете клизму, то есть очищение кишечника. Берете обычную кружку эсмарха, 1,5 литра, наполняете ее прохладной водой. Повторяю, вода должна быть прохладной, ни в коем случае там не холодная и не горячая, а достаточно прохладной, то есть около 20 градусов. Можно добавить туда чайную ложку соли, можно выжать сок 1 лимона. Но это не обязательно, прохладная вода чистая вполне подойдет. Дальше вы делаете клизму, потом происходит очищение кишечника. Дело в том, что во время процедуры человек испытывает небольшую тошноту и чувство голода пропадает. Поэтому совершенно спокойно, то есть мы здесь убиваем двух зайцев. С одной стороны, очищаем кишечник, то есть освобождаемся от токсинов, которые накопились за день. А во-вторых, то есть совершенно не хочется есть, то есть пропадает чувство голода. И мы таким образом убираем один прием пищи, то есть самый главный и самый опасный – это вечерний прием пищи. Воду пить при этом можно, никаких проблем нет. И так вы делаете в течение 2 недель. А после этого можно сделать недельный перерыв. И после этого процедура, если вам понравилась, если вы довольны результатами, можно повторить. Нельзя делать при спаечном процессе в кишечнике и брюшной полости. И также при заболеваниях кишечника, при язвенном колите, при каких-то воспалительных заболеваниях со стороны толстого кишечника. И также, если имеется трещина прямой кишки и геморрой внутренний или наружный.